Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Нет, 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 нет. Я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек мне в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Добро пожаловать в сети 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас? Первое предупреждение, отойди. Это город из оставшихся. Все в порядке, я иду. Черт. Проходи. Я такого высокого мнения о сети 17, что решил разместить здесь свое правительство в цитадель. Кроме вас на поезде никого не было. Заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю сети 17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут известные медали? Внимание, добро пожаловать! Все пройдете за мной, гражданин! Здесь ты задержишься! Давай сюда! Проходи! Постой! Двигай! Надежу свидетель 14-4. Стоять! Стоять! Местные отряды ГО, доложите. Двигайся! Пройдемте со мной, гражданин! Полный порядок, да. Уходи. Удалить его. Офицер 1065. Заходи. Помощь нужна. Сам справлюсь. Отряд. Откалибровать. Назад! Тап! Да! Я поболтаю с ним наедине! Итак. Убит. Помнишь, я должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, ну в чем дело? Я занят важным тестированием. Извини, док, но посмотри, как кто здесь. Черт возьми! Гордон Фриман! Как неожиданно! Я тоже не ожидал, док. Он собирался сесть на экспресс до Нового Проспект. Ну, Барни, что ты намерен предпринять? Я думаю, думаю. Тут где-то Алекс. Может, она придумает, как ему сюда добраться? Так, если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Ну, хорошо. Кстати, Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон, тебе придется идти самому до лаборатории доктора Кляйнера. О, черт! Вот чего я боялся! Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил! Продолжаю поиск. Сложи чего-нибудь в кучу, чтобы выбраться через окно, и иди на площадь! Я тебя позже найду. Woo!
я получил? Я сказал, положи ее в мусорку. Уважаемый доктор Бри, почему порядок, можешь идти. Подавляет наш цикл размножения? Искренне ваш, обеспокоенный... Докладываю о гражданине, признанном добровольной общественной службе. Спасибо за беспокойство. Номер Т-94322. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей. Транзитный район. Надежд и страхов за будущее вида. Я вижу и несколько невысказанных вопросов. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключат ли они когда-нибудь поле подавления и позволят ли нам размножаться? Транзитный район, проходи. Разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. Чем отвечать на каждый невысказанный вопрос? Вот так всегда. Сначала здание, зачем им сюда приходить? Весь квартал. Отстранен от работы. Продолжается. Ответьте. Уважаемый доктор Бри, почему Альянс подавляет наш цикл размножения? Искренне ваш, обеспокоенный гражданин. Внимание, ответьте. Продолжаем. Гражданин, конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей. Надежда... Стоять. 6.03, вторжение. Вторжение. Зарубить всем постам. Код 3 на 10.20. Надеюсь, ты ошибаешься. Он на нашей стороне. Позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе... Я больше не могу. Мы что-нибудь придумаем. Чем отвечать на что каждый нам высказанный вопрос? Я? Сначала давайте рассмотрим факт того... Когда же это закончится? Истории, все будет хорошо. Пожалуйста. На пороге бессмертия. Не волнуйся. Этот факт влечет за собой... Выдаю предписание о неповедении. Внимание, жителей. Замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. Отрядом поддержки. Код 3. Это все, что у меня осталось. 404, транзитный район. Один убит. Внимание! В портале потенциальный источник вреда обществу. Донести. Неизвестный. Местонахождение. Транзитный район. 4. Быстрее! Всем силам будем. Опять доктор Бри. Сопротивление. Продолжаю задержание. Thank you.
Я полагаю, вы доктор Фриман. Нам надо спешить. Альянс трудно раскачать, но если уж так вышло, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Клянер сказал, что вы пойдете этой дорогой? Ха, кажется, он не подумал о том, что у вас нет карты. Я полагаю, вы доктор Фриман. Нам надо спешить. Альянс трудно раскачать, но если уж так вышло, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Клянер сказал, что вы пойдете этой дорогой? Ха, кажется, он не подумал о том, что у вас нет карты. Я Алекс Венс. Мой отец работал с вами в Черной Мезе. Хотя я уверена, что вы меня не помните. Да, неразговорчивый. Помните его по Черной Мезе, старого администратора? Хм, только не говорите с отцом о докторе Брине. Сюда. Забавно, что вы появились именно сегодня.